Так, центральный Сочи, пансионат Нева. Остановка. Тут поворот на Бочаров ручей, куда президент, резиденция президента, да, и вообще это центральная дорога, улица Виноградная. Вот, сюда приезжают иностранные гости. Да и вообще просто люди ходят, живут. Здесь очень много людей живет. Вот тротуар, да, что мы видим? Тротуар, тротуар. Машина симпатичная. И вот огромная куча мусора. Здесь стояли мусорные баки. Сейчас их нет. А это, по всей видимости, содержимое мусорных баков. Я думаю, что ликвидировали эти бачки, а мусор просто выкинули на пешеходную часть дороги. Как это называется? Это называется свинство. Да, да, да. В Сочи очень много проблем. Парадокс. Все красивенько здесь, подстригают, здесь все должны видеть, что здесь красиво, а дальше должны видеть вот это. Сохраним природу, сохраним будущее. Да, символично, да? Сохраним природу, сохраним будущее. О, пожалуйста.